Всем привет! Сейчас я вам хочу показать, как сделать вот такие бумажные флаги на офисный стол или ученический, ну или на любой другой. Листы для флагов вы можете скачать по ссылке под видео. Вы готовы? Тогда начнем. Для аппликации нам нужны ножницы, стержень от ручки и степлер. Сначала вырезаем флаги. Лишнее убираем, у вас должны получиться вот таких вот три заготовки. Раз, два, три. С двух сторон. Затем мы достаем из ручки стержень. Сворачиваем флагшток. Сворачиваем флагшток у этого флага с помощью стержня. Получается вот такой вот флаг. Аналогично также сворачиваем другие флаги. Флаги готовы, теперь нужно сделать площадку. Сгибаем пополам.